Денис, в свое время у вас сорвался бой с Гильермо Джонсом из-за того, что он попался на допинге. Да. Сейчас в такой ситуации оказался Геннадий Головкин. У вас не было сожаления о том, что все-таки бой не состоялся, ведь вы были фаворитом? Да вы знаете, здесь насчет фаворитов это уже вторая история. Существуют правила, которым обязаны придерживаться спортсмены. Вот. И я придерживался именно этих правил. Да? Бой отменился, второй бой отменился, потому что Гильермо Джонс опять употребил, его и в первом бою нашли, во втором бою мы сделали заранее, просили его сдать анализ, и анализ уже пришел опять, что он опять под какими-то препаратами, да, и поэтому, ну, мне предложили выйти с ним, несмотря на его анализы. На что Фредди Роуч, тренер, да, у которого я прохожу подготовку перед боем, сказал, исключено, нет, я, мое слово нет. Вот. Ну, вот так вот. И я, конечно, жалел, конечно, я провел такую работу большую. Любой спортсмен всегда относится к этому неприятно очень. Вот. Ну, я думаю, у Гены Головкина хорошая команда, и они с этим справятся. И другое дело, что это такие игры, знаете, сорвать боксера с подготовки. Он в нужный день выводит себя на пик формы, да? Это опять сейчас нужно сделать ему спад, потом опять набирать форму, понимаете? Это каждый раз накладывает, да, ряд проблем создает. Поэтому я думаю, вот за лично мое мнение, что это определенный ход со стороны команды Канело, чтобы оттянуть, поймать его не в пике своей формы, чтобы победить. Это маленький такой ходик. Вот. И тем более состоялся первый бой, да, где мы видели, что, в принципе, как и в других боях, Гена очень больно бьет и правой, и левой рукой. А Канело это почувствовал, что каждый удар в любую часть тела, это плечо, это грудь или куда-то по ребрам, это очень больно. Да? Все партнеры Гены тренируются в таких штуках специально, которые бережет ребра. И Гена сам в них такой тренируется, чтобы не травмироваться. Поверьте, это очень больно, когда пропускаешь удары. И уже ему, может быть, не очень хочется. Но это, опять же, мои догадки. Я могу ошибаться. А второй бой Альвареса и Головкина будет вам интересен? Не понял. Второй бой Головкина-Альвареса вам так или иначе будет? Конечно, конечно, да, конечно, да.